Новые выборы по старым схемам. Представители одного из кандидатов, депутаты приморского поселка Затока, покупали голоса. За небольшую сумму они прописывали людей с целью дальнейшего использования их паспортов на выборах. Злоумышленники приходили домой к малообеспеченным людям и привлекали их к участию в преступной схеме. Заработать денег. Каким образом? Выписаться с квартиры, прописаться на Затоке, выписаться шагом, прописаться на Затоке. За это мне предложили 500 гривен сразу, ну, как только выпишемся, и 500 гривен после того, как проголосуем. За кого голосовать, избирателям не говорили. Некоторые из потенциальных продавцов своего голоса даже не знали о том, что они уже прописаны по другому адресу. Правоохранители установили 89 человек, которые перерегистрировались таким образом. В ходе проверки из миграционной службы Затоки изъяли еще 80 таких паспортов. Мы располагаем информацию о других подобных случаях, в других районах области. На всех этих случаях будет проведена проверка. Я хочу обратиться к гражданам и хочу обратиться также к кандидатам в депутаты. Не продавайте ваши голоса за деньги, это ваше будущее. И не покупайте голоса за деньги. Тем более, что это правонарушение, и милиция будет строго реагировать на каждый такой случай. По данным фактам, милиции начато уголовное производство за подкуп избирателя. Карается до 3 лет.